Сереж, а почем спирт покупаешь? Да это старые запасы. Я, короче, поехал вот в этом в Костораму, в Окее, в Хэппи-Молле. Mm-hmm. Там такие круглые брикеты по 10 таблеток, по 15 грамм. Короче, стоит 56 рублей. Вот. Ну, купил 4 себе вот этих брикета. Я, знаешь, в этом покупал. У нас магазин большой, Мир оружия там тоже. Но они там такие довольно большие. Большие, но небось дорогие. Да, да. Вот, я думаю, можно найти, чтобы такой оптом там, ну, купить себе, блин, чтобы там, не знаю, на несколько лет. Хотя, может, потом надоест этот спирт. Сейчас вот мне что-то загон какой-то по нему. И то даже я еще не пробовал. Сделал себе горелку. Первый такой опыт, да? Да, вот банку согнул. Купил дешевые сгущенки. Сгущенку съел. Ну, съел быстро, потому что банка нужна была быстро. Ну, засниму. Ну, наверное, завтра. Блин, можно сейчас, в принципе, сейчас под фонариком видно тоже. Да, снегу, ну сколько? Это тот, ты еще докопал, наверное, не до земли, да? Нет. Блин. Снегу много, и да. И тот, ты же в затяжке в таком. Ну, так и везет. Мы так и шли по колено в снегу. Валило, конечно, здорово. На Тензине поменьше снега? Да, поменьше. Влажные щепки. Ну, да. Влага из них выпаривается. Вот с этой стороны не дует, кстати. Ты там как раз под ветреной стороны стоишь так себя. Дымком пропахиваешь. Ну, может, это обчищу немножко. Блин, а здесь же пни такие вот стоят. Помню, мы сидели, вот должны стоять вот такие пеньки. Стульчики, да? Да, да. А я тут хожу так спокойно. Вот, прикопался. Не знаю, у меня Хвалынск оставил такие положительные воспоминания. И куда именно хочется вернуться? Дружелюбные люди, в принципе. Сейчас костер не засыпать.
больше и есть, наверное, да, сейчас? В смысле? Радость. Ага. Ну, выходили мы, было 19-18. Сейчас солнышко пригреет, наверное, 15. Ну, это мы сейчас шли, разогрелись хорошо, попрыгали по этим. Уже привыкли к морозу. Ну ладно, Серёж, вот расскажи, как тебе ночёвка? Хоть ты мне рассказывал, но я тебя снимаю. Мне понравилось, в принципе. Для первого раза вообще классно. Я думал, я замерзну, а на деле все гораздо было теплее. И сон такой здоровый. Мне понравилось. Блин, а мне что-то тоже снилось. Да я не помню, что это по теме туристической. Что-то, по-моему, снилось. Что я забрался на Эльбрус? Нет, что-то, по-моему... Про то, что мы говорили, что-то тепляшки, про спальники, фигня что-то. Ну, про что поговоришь перед сном, поясни. Тут вот с утра вставать тяжеловато себя перебороть, из теплого спальника встать, выйти на улицу, где холодно. Ну, самая дикость, это вот холодные ботинки надеть. Да, это я в следующий раз попробую спальник их, да, положить. Ну, в пакетике можно и в спальник с тобой. То есть там у тебя, грубо говоря, плюсовая температура, и они не сдубеют. Да. Ну я еще, сейчас когда выходил, я в них подышал. Да. Вот так вот. Туристическая хитрость, да? Ну да. Ну вроде тоже теплее стало. Получится, да, солнце.